День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. В этом году дата выпала на 9 октября. В нашем районе работает сельскохозяйственное производство «Славянка», 7 крестьянско-фермерских хозяйств. Более 3000 жителей имеют личные, подсобные и индивидуальные хозяйства. В деревне Снетиново сейчас работает одно небольшое фермерское хозяйство, 3 подсобных. В двух держат по 3 коровы, в третьем – одну. Однако подсобные хозяйства полностью удовлетворяют запросы местного населения. А это, кроме Снетиново, еще и деревня Захарина, которая расположена через дорогу. Молоко, сметана, сыр, творог – все здесь можно купить. Продукция реализовывается в Фурманове и даже Приволжске. Наталья Тропкина родом из Погоста, работала там воспитателем. После рождения первого сына решили с мужем купить корову. Постепенно хозяйство росло. Ну так, двигалось все потихонечку. Думали, что этот хватит одной, но не хватило. Решили купить еще одну корову. И так постепенно у нас приобрелась и третья корова. Но она пришла к нам от Сережной мамы. Мы взяли ее телочкой. А так, значит, вот раскручиваемся потихоньку, всем предлагаем это, если кто любит, кто сыр делаю, масло, творог. Кто топленое молоко спрашивает. Вот. Ну, надои разные. В основном самый большой надой – это весна. Там трава только выросла зелененькая. Летом поменьше, конечно, надой из-за жары. Сами знаете, нынче лето какое было жаркое. Сейчас вот вроде немножко дожди пополивали, трава повыросла. Сейчас опять прибавили коровки. Ну, встаем мы рано, 4:30, чтобы успеть на дворе все дела сделать, коров отдоить, все это убрать, ребенка поднять в школу. Ребенок тоже рано встает, 6:00 надо отправить. Вот до 6:00 мы с мужем управляемся. А потом домашние дела делаем, это что, ну, творог варишь, вот это, кому что надо, это припасаешь, люди приезжают, берут. Потом опять в обед надо накормить телят, если есть поросят, если есть поросят, сейчас не держим. Вечером также начинается у нас кормление, доение. У нас, короче, круговой оборот. Это никуда от этого не деться. Ну, сперва, конечно, было тяжело. Это не так легко это начинать. А сейчас уж как-то мы внедрились вот в эту всю эту. И уже приноровились, уже как-то раз-раз-раз быстренько все получается. Все отходит от рук махом. Сейчас Трубкины думают купить еще одну корову. Доит женщина руками. Говорит, что аппаратом так не выдаешь. Конечно, труд деревенский непростой. Ни выходных, ни праздников, ни отпусков. Елена Синицына, которая является родственницей Трубкиным, тоже держит с мужем большое хозяйство. У них также 3 коровы. Она добавляет, что скотину нужно не только вовремя отдоить, накормить, но и запасти корма на долгую зиму. На 50 сотках здесь не только капуста, помидоры, огурцы, картофель, но и овес, который сами сеют, сами жнут, сами заготавливают сено. К примеру, на каждую корову по 40 рулонов. Елена Владимировна говорит, что покупать корма – это очень дорого. Когда-то она работала швеей в Фурманове, но с рождением детей также решила кардинальным образом изменить свою жизнь. Коров мы держим, ну, лет 15, не больше. Так занимались свиноводством, сейчас не занимаемся этим. Держали свиноматку, сейчас держим 3 коров, больше никого. Ну, кошки, собаки. Ну, конечно, коровы держим так, как по необходимости, не работаем, чем-то надо зарабатывать на жизнь себе. Молочную продукцию продаем, здесь продаем, в город Фурманов возим, город Приволжск, Родниковский район. То есть проблем нет? Ну, пока нет. Особенно летом. Летом дачники хорошо разбирают продукцию. О чем мечтаете? Ну, конечно, вот как бы тоже бы в отпуск куда-нибудь ездить. И выспаться. Ну, сейчас выспаться-то нормально. Сейчас уже зима. Пораньше все это заканчивается.
В этот день работники сельского дома культуры поздравили и ветеранов сельского хозяйства с праздником, а их осталось немного. Когда-то в Снетинове был колхоз Завета Ильича, где женщины трудились на ферме доярками. Ираида Владимировна Афанасьева была и заведующей. Вспоминала, как весной, когда разливалась местная речка, на ферму было невозможно пройти даже в резиновых сапогах, вода заливала обувь, ее просто снимали и шли босиком. Отчего и ноги сейчас болят. В этом году женщине исполнилось 80 лет. 2 года назад она перенесла инсульт, а после того, как оправилась от него, начала писать стихи. О любимой деревне, о детях, внуках, о своей жизни. Стою я на поле, заросшем травою, и слышу вдали голоса журавлей. Это они возвращаются снова, чтоб все узнать о жизни моей. Ах, милые птицы, я вам очень рада, ведь вы для меня двойная награда. Вы в песнях своих поведайте миру, как много всего нам пришлось пережить. И все, что война в стране натворила, нам пришлось возродить, то есть восстановить. Иду я по жизни, как завещано было. Построила дом и деревья садила, растила детей, и это немало. Я ее внуках не забывала, рядом с ними сидела, им сказки читала и песни пела, и гладила головы их льняные, волосы их льняные, ведь они для меня как дети родные. А случалось и такое бывало, не слушались, ругала и подзатыльника давала. И кроме того была работа, где приходилось трудиться до пота, доила коров и телят растила. И все это делать, где надо, честно было. Работники Дома культуры пожелали своим односельчанам здоровья, семейного благополучия, ветеранам заботы близких и родных, а молодым – силы в реализации всего задуманного. Вот сегодня у нас было мероприятие поздравления работников сельского хозяйства с праздником. Ну вот, обошли, как говорится, несколько домов. Все мы не можем обойти, но мы всех поздравляем, всем желаем счастья, здоровья, потому что у нас практически, наверное, каждый работал в сельском хозяйстве. Просто сейчас так случилось, что сельское хозяйство у нас практически рабочих мест нет. Раньше были колхозы, люди работали все, никуда не надо было ехать, трудились все на местах. Сейчас только частные хозяйства. Ну да, сейчас у кого подсобные хозяйства личные остались. Ну еще вот у нас сейчас вот открылось, слава богу, на фоне бывшего колхоза, там тоже какое-то открылось у нас даже. Ну-ка, что-то, что там такое-то, даже тоже что-то по сельскому хозяйству. Ну, дай бог, чтобы оно развелось, чтобы появились рабочие места. И чтобы, как говорится, была работа у людей, никуда не надо было ездить. Всем счастья, процветания, здоровья. Как говорится, самое главное – мирного неба над головой в такое тяжелое время. Светлана Баварская, Михаил Чубаров, Фурманов ТВ.